Всем привет! Нахожусь на реке Южный Буг. Сегодня хочу половить карася на поплавок и на удочку с боковым кивком. Вот такое классное место. Два дерева типа арки. И тенек от солнца, и от дождя будет спрятаться, если пойдет. Вот у нас в последнее время заливает дожди с градом. Сегодня хочу также провести небольшой эксперимент. В одно место закормлю несколько мест. Это не буду расчищать, а рядышком места порасчищаю от зарослей травы. Проверю, где будет лучше клюв. Также сегодня взял донки на сома, выползка и медведку. Попробую сомика половить. Хотя сейчас на эти дожди он вообще перестал клевать. Уже рыбалки 3-4 было, по нулях вообще. Раньше были поклевки. Вон, видите, опять затянуло все черными. Вон, даже полосу видно, как дождь идет. Чистить буду граблями. Народным способом. Второе место здесь. В прошлом году любил здесь порыбачить. Ух, я туда карасей ловил. Подкилошных. Газ немного воду пустил. Будет некомфортно. Ловить сегодня карасика я буду на удочку с боковым кивком и маховую удочку. Сначала разложу маховую. Все ссылки на снасти, на которые я буду рыбачить, оставлю в описании. Наживкой будет червячок навозный. Любил раньше рыбачить на поплавок из пера в детстве. Поклевка. А на поплавочку не хотел. Вот карасик такой, а? Он на мормышку взял, да? Так, иди в садок. На поплавочку поклевочка, давай, давай. Хороший карасик. Ох, красавец. Ох, как гремит, а? Была поклевка.
мышка даже не успела на дно упуститься. Я еще параллельно смотрю он за поплавочком рядышком. Так, мормышка на дне. Ну а как же, там уже сидит. Ого! Хорош карасик. На поплавочку нужно подождать немного. На мормышку сразу упустил и есть. Ух, какой карась. Это вообще класс. Вообще не понял, что карасик минул. Но, походу, за движением вверх догнал наживку. Вот это да. Первый раз такая поклевка карася. Снова опускается дождик. Ух, какой красивый карасик. Прям такой коричневый-коричневый. Сошел. Хитрый карась. Восемь часов заброшу снасть на сома. Раньше нельзя было, а то мелочь бы всю наживку съела бы. Из наживок у меня будет выползок и медведка. На эту снасть с одним крючком я поставлю медведку.
так храню ее в отдельных секциях, чтобы не погрызла одна одну. Это хорошая и большая. Медведку насаджую з голови і жало п'ячу внутрь. Горзіло у мене 200 грам. Менше нельзя. Тест карповика 80-200 грам. Обей. Покупав в Аліекспресі. Ще класний, класна удочка. Далеко не бросаю. Иначе будет грузик, 200 грамм тоже сносить хорошо. Так, включу бейтранер. И бубенцы. Вторая снасть у меня также с подводным поплавком, только тут два крючка. Один одинарник, а тут тройник на петле. Делал под куриную печень. И сегодня я буду экспериментировать. Кстати, одинарник у меня фирмы Гамакацу 4.0. А вместо тройника сегодня хочу попробовать новую для меня фирму. Фирма Дам 5.0, номер крючка. Тут идет специальное антистатическое покрытие крючка. А то сом открытого металла боится. Хочу попробовать. Никогда ранее этой фирмой не пользовался. Кстати, цена этих крючков в два раза выше, чем этих. Чем Гамакацу. Так. Ну, острота, думаю, тут должна быть хорошая. Что-то не очень. О, тут нормально. А этот нет. Тоже не очень. Ничего не понимаю. Интересные дела. Ну что ж, попробуем эти крючки. Снимаю тройник. И завожу этот крючок. На эту снасть я буду ставить выползка. И прикрывать жалом медведкой. Хотя, думаю, простую термоусадку тоже можно на крючок насадить, и будет чем-то похоже, наверное. Так, насадила выползка, прикрываю жалом медведкой небольшой. Как раз есть такая небольшая медведка. Чтобы забросить выползка и он не распался, я его обсыпаю макухой жареной. Можно простой сухой землей также обсыпать. Но у нас запах жареной макухи суму нравится. Беру ПВА пакеты для карповой рыбалки и помещаю выползка в него. И завязываю. Вот
такой ужин сому приготовили. Я пока вещи переносил, была поклевка. И буквально столько забросил. Фух. Так, надо достать, посмотреть. Угу. Хорошо, что достал. Всего выползка с нижнего крючка содрал сомик. Это интересно. А к этому крючку даже не притронулся. Неужели эти крючки стоят своих денег? Это интересно. Проверяем дальше. В описании к этим крючкам было написано, что простые крючки железные выделяют какое-то электричество и настораживают сома. А в этих крючках такого нет эффекта. Может и правда. Старой медведкой прикрою жало. Хотя сам ее не тронул. Там как раз камень идет, я перед камнем бросил. Ух, опять поклевка сома была, это что ж такое, а? Сход. Я не знаю, или это макуха творит чудеса, или этот крючок. Но эта подача вообще была класс. Буквально пришло пару минут после заброса. Еще на бейтранер забыл поставить. Удочка бы сделала ноги. Попался, кто кусался. Что-то такое маленькое. О боже. О боже. Вот то кусается, а. Не, ну конечно такой сомик те подачи не мог делать. Это вообще сколько там? Грамм 100? 200?
Так, и на какой он крючок клюнул? Он на гамакацу клюнул. Так что это миф, наверное, с зеленым. Аккуратненько тебя освобождаем. И отпускаем. Ушел. Ах, рано. Что ж я так, а? У нас, кстати, сейчас цветет акация. Начался у сома среднерестовый жор. Сначала у мелкого, а потом будет у большого. Смеркалось. Надо уже домой, в принципе, ехать. А то я немного сегодня чуточку промок. Холодновато. Ладно, еще попробую. Смотрите, что осталось от червя. Все содрали. У меня еще чуть выползка осталось. Запасы выползка и медведки на исходе. В следующий раз хочу сюда вернуться и попробовать на живца половить. Так сказать, поймать более крупные особи сома. Хотя крупного сома это надо дальше туда ехать. Или вообще на водохранилище. Клюка направлю. Дергай здесь. Есть. Еще один. Класс. Это чуть побольше будет. Так, а где мой фонарик? Тут уже ничего не видно. Но тут тоже поклевка. Так. Тоже небольшой. Водоросли нам мотало. Так, подыму. Мелочь атакует. Сейчас возьму фонарик. Секундочку. Очень много травы. Ой, чуть не упал. Это, наверное, тот же клюнул. Не, этот на 55 грамм больше. Такой тепленький. Этот раз взял этого зеленого крючка. И, кстати, я там свежую медведку ставил. Так, отдай, пожалуйста, наживку. Медведку откусил. Скажи, лакомку я себе оставлю, да? Ребята, всегда отпускайте сома, особенно такого маленького.
Ушел. Кто-то сзади ко мне подкрался. К рюкзаку. Убежал в воду. Или крыса, или андатор. Видел только, тень мелькнула. Было еще пару мелких поклевок. Сом, видно, содрал выползка. Больше нечего насаживать. Я завтра или послезавтра вернусь сюда, уже с живцом, и попробуем разловить более крупных сомиков. Сейчас покажу улов по карасику. Ночью вся живность оживает. Крыс просто тьма. И такие, ох, классные. О, полезли, полезли. Вода немного прибавилась. Газ, видно, воду пустил. Тарасика немного наловил. Вот себе 4 штучки оставил, небольших карасиков. А остальных этих крупненьких отпустим назад. Пусть подрастают. А осенью еще их половлю. Надеюсь, видео понравилось. Спасибо большое за просмотр. Всем пока. О, заряд батареи. 10%. Думаю, еще пилить.